прежде чем я начну говорить про батл Галат против, как его, я забыл, просто таймер поставил 9 минут. Пауза. Смотрите на руку. Галат vs Артем Лоик. Вот про этот батл хочу поговорить, который выложили 5 дней назад на основной канал Versus. Но прежде чем я начну про этот батл говорить, я хочу обращаться к некоторым подписчикам. Блин, хотя перед этим готовил очень большое количество раз, чтобы рассказать вообще про этот батл. Вот. Но хочу обратиться к своим подписчикам, именно к двум людям. Это Клёхи и Саша Сманов. Сманов, в общем. Привет, Лёха, ты мой старый подписчик. К тебе я уже, не знаю, с уважением уже отношусь. Я знаю, что ты один из такой более взрослой аудитории, и тебе я прекрасно понимаю в плане то, что твой комментарий. Но считаю твой комментарий, он такой был негативный, но в принципе я его одобрил, поставил лайк. В принципе, я не все понял, но по поводу вопроса жизни я все прекрасно понимаю. Поэтому я каждый день думаю о жизни. Каждый день. Это, как знаете, на войне. Как сегодня выжить, завтра выжить. И ты думаешь все равно. Ну, любой нормальный мужчина, он думает о будущем. То есть, чтобы там создать семью, создать карьеру, стать более успешным, постоянно в такой гонке. Но я думаю, все люди, которые живут где-то в центре города, они постоянно в какой-то гонке, и им постоянно чего-то не хватает. Да, всем нам всегда в жизни чего-то не хватает, и мы постоянно в какой-то гонке находимся и не можем остановиться. Вот. И теперь к тебе, Саша Сманов. Ты мне, в общем, напиши на электронную почту. Да, напиши. Вот, ссылка будет под этим видео. Вот, или на gmail.com. А теперь про батл, да, который был выложен 5 дней назад. Посмотреть время. Пауза. Так, назад. Подождите, пауза. Блин, время как-то быстро летит. Ну ладно, постараюсь уложиться. Или здесь подержать таймер. Уже 5 минут. Бля, время так быстро летит, капец. Это все из-за вас, подписчики. Хотя вы не виноваты. Вот. Уже 5 минут прошло, капец. Почему так время быстро летит? Не знаю. Ладно, все равно, просто я на качество. Я не знаю, что делать с этой видеокамерой, чтобы она не разбивала по 10 минут. Ну ладно, все равно скажу про батл. Если вы этот батл не посмотрите, вы ничего не потеряете. Данный батл можно охарактеризовать как веселый простой батл. Да? Почему я про этот батл хочу говорить? Потому что Галат, он имеет значение для Версуса. Галат также судил батл Хованского и Ларина. То есть там его можно заметить, если вы посмотрите прошлый батл, да. И также Алфавит тоже судил этот батл. Если говорить про этот батл, я хотел поговорить про людей, которые там находились. Во-первых, там был Юрий Хованский судья, потом диджей там 108, потом рэпер в белой мастерке, в кепке. Потом был там Элдар Джарахов. Потом Рака Макафо, Алфавит, да, только он не сидел этот батл, и Галат. Если вам интересно его творчество, именно Галата, то здесь где-то будет ссылка на его клип, или здесь будет ссылка на его творчество. Его также можно ВКонтакте найти, но если вы не найдете, то, если что, вся дополнительная информация будет под этим видео. Вот. И скажу сразу, что мне Галат понравился.
Да ладно, понравился. Ну, мне был приятен этот молодой человек. Вот. Хотя, когда читал под тем батлом, да, под тем видео комментарии, то люди писали, что он был клоун. В общем, говорили, что он клоун, в общем. А Артем Лоик, когда я смотрел на Артем Лоика, да, то он такой был серьезно настроен на этот батл. Вот, и забывал обычно текст. Вот. Что можно еще сказать про этот батл? Опять заикнулся. Мне понравился Галат. То есть он хорошо выступил, уверенно. То есть от самого начала до конца. И понятное дело, когда я смотрел этот батл, то все его знали. То есть там судьи, друзья, знакомые. То есть там присутствовали люди, которые Галата уже знали. Поэтому он был позитивный и веселый. А вот Артем Лойк, он был чужой. Ну, его знала публика, но он для всех был чужой. Поэтому он был серьезный, но неуверенный в себе. И в некоторых моментах, даже в первом батле, он мне вообще не понравился. То есть он читал как Эминем. То есть он давал текста как Эминем. То есть быстро читал. И там прям уши закрывая. А вот Галат, он хорошо выступил. То есть весело, просто, налегке. И это было видно по его настроениям. Если вы посмотрите реально этот батл, то вы это заметите. Вот. Так что так. И все три судьи, то есть Хованский, дальше диджей там 108, высокий такой, да, и потом рэпер в белой мастерке и в кепке. То есть он отдал, все три этих судьи, они отдали голос Галату. Я с ними согласен. Но опять же, я читал когда комментарии, у людей разделилось мнение, и они сказали, что Галат наоборот проиграл, а выиграл Артем Лоик. Вот. И кто-то сказал, что, опять же, Галат это клоун, а не какой-то рэпер, в общем. Ну, Галат же, опять же, он уверенно выступил, и мне очень понравилось. И, наверное, больше ничего не буду говорить, потому что все, что я, наверное, хотел, сказал про этот батл. Поэтому... А, я еще хотел про девушек сказать. Кстати, на этом батле были девушки. И про одну девушку стали говорить в Ютубе, в интернете, у которой есть рожки. То есть там один чувак рассказал, в общем, я смотрел один блог. Если что, здесь будет ссылка на ее блог, в общем, на ссылку и так далее, в общем. Да. Не знаю, я перед этим очень много раз готовился. Если у меня не получилось, то ставьте дизлайк. Вау. Сколько времени? Посмотреть таймер. А. Все, я выключаю эту видеокамеру. Не знаю, смотрите Versus или не смотрите. Я думаю, люди, которые посмотрели это видео, я готовил одним дубляжом, мой компьютер сломан. Что-то еще хотел сказать, в общем. Но вылетело из головы. В общем. Просто хотел сказать, что Галат на самом деле фигура значимая на версии. Вот. И там, знаете, еще кто-то говорил, что он любит шутить про мам. Вот. Но если считать, что он пидорас, то... Я не знаю. Я не считаю, что он пидорас. Мне он понравился, то есть вызывал какую-то симпатию. Мне было на него приятно смотреть. И вот 9 минут закончилось. Все, выключаю видеокамеру.